Как вы поняли, для охоты с ларсом я для болотной луговой дичи я использую помповое ружье Бекас 12. Обычно использую двухстволки. Классика — это горизонтальная двухстволка. Но я выбрал Бекас 12, помповое ружье, помпу только потому, что это обеспечивает безопасность собаки прежде всего. В магазин я вставляю 3-4 патрона, но не досылаю в патроне, как говорится, в ствол не досылаю. А при необходимости, когда ларс становится на стойку и подходит дичь, появляется, стоит по дичи, по птичке, естественно, патрон досылается в патронник и производится выстрел, что обеспечивает безопасность собаки, безопасность охоты и безопасность окружающих. Второе преимущество этого ружья — достаточно короткий ствол и нулевая свердловка, цилиндр. Это так называемый пулевой ствол, что обеспечивает, естественно, хорошую россыпь. Я стреляю бекасов и дупелей, если попадаются, семерочкой. Хорошая равномерная особь дроби позволяет практически всегда быть с дичью. Главное — найти ее. Ну и третье преимущество этого ружья – это неприхотливость. Даже если патрон старый и разбухнет в патроннике, это не мешает его в одну секунду разобрать и собрать. Фактически надо требуется меньше там 30 секунд. Разобрал, вынул заклинивший патрон, собрал и опять. Настолько надежное, простое ружье, что оно мне очень понравилось. Я его использую на многих охотах. Пока, как говорится, нареканий не было. И попадаю, и, как говорится, бью без промаха из Бекаса 12 помпового ружья.